Добрый день, уважаемые читатели сайта smartphone.ua. Сегодня мы смотрим самый дешевый планшет под управлением операционной системы Android 2.3, навигатор Impad 03.11. Чем любопытно данное устройство? Сказать, конечно же, можно лишь одно. Это самый простой, самый дешевый, самый доступный на сегодня на рынке планшет украинского производителя, оснащенный операционной системой Android. Знакомство традиционно начнем с ознакомления с комплектом поставки данного устройства. Как видим, навигатор Impad 03.11 поставляется в довольно компактной упаковке. Компактно из расчета того, что внутри ее 7-дюймовое устройство, выполненное с использованием зеленой, белой, а также сиреневой краски. На боковых стенках достаточно немало различных обозначений, в частности, наклейка с информацией о стране производителя, а также различные маркировки. С другой стороны мы видим пиктограммы главных технических спецификаций устройства. А на верхней стенке, а также нижней, расположены большие иллюстрации. Плюс на нижней стенке имеются подсказки основных управляющих организмов Impad 03.11. Что же в самой коробке? Прежде всего, это планшет. Планшет поставляется вот в таком вот полиэтиленовом упаковании. С наклейками на лицевой панели, а также тыльной. Вот так вот он выглядит. Помимо планшета имеется своеобразный пьедестал, собственно, у которого планшет и транспортируется. К пьедесталу прикреплена ленточка исключительно с тем, чтобы пользователю было легче вынуть сам планшет, б, пользователю было легче вынуть непосредственно сам пьедестал. Далее мы смотрим гарантийный талон. И вот такие вот отсеки. В этих отсеках зарядное устройство. Двухмиллиметровой вилкой. Кабель мини-USB. А также переходник с USB на мини-USB, посредством которого, как в процессе прочтения обзора, вы поймете, что к Impad 03.11 можно подключать даже USB накопитель. А также проводная гарнитура с вилкой 3,5 мм. Больше, как видим, ничего нет, помимо руководства пользователя. В следующем видеоролике посмотрим на качество сборки планшета, а также оценим реализацию функциональных элементов.